прокомментируйте, пожалуйста, увиденное сегодня. Сыграли два матча, и два матча таких хороших, то есть по 90 минут, это плюс. Плюс то, что мы выиграли по содержанию игры. Да, мы забили хорошие голы, голы рабочие. Мы держали темп 90 минут, и у нас были хорошие подходы и хорошие моменты. В принципе, реализовали все и очень довольны сегодняшней игрой. И первая, и вторая, сейчас вечерняя. Вот, вторая такая чуть получилась по накалу. Более похоже на чемпионат, потому что там такая команда достаточно агрессивная и жестко играет. Но, тем не менее, мы вот с первой минуты до последнего мы все равно пытались сделать свое и не отходили от этого, независимо от даже отсчета, который менялся. В общем-то, я считаю, заслуженно добились победы. Впервые на этом сборе играли по 90 минут. Довольны ли интенсивностью, с которой играли? Да, конечно. И первая команда, и вторая команда держала интенсивность, не давала себе послаблений, каких-то таких провалов, как бы тяжело не было, ребятам тяжело. Вот, и концовку, даже концовку прибавляли. То есть это хорошо, двигаемся дальше.